гости, друзья, подписчики, а также случайные зрители, которые просматривают это видео. Добро пожаловать на Good Video канал. Сегодня мы с вами приготовим творожные печенья. Рецепт очень простой как в приготовлении, так и по ингредиентам. И я пару слов скажу о том, где я беру свои рецепты. Рецепты, так немного громко сказано будет, но рецепты мои авторские. Что я под этим понимаю? Конечно же, за основу я беру так или иначе все-таки какой-то рецепт или несколько каких-то рецептов, ингредиенты, из которых я потом между собой совмещаю. Но в принципе у меня нет такого, чтобы я точь в точь, не внеся какие-либо свои штрихи, повторила тот или иной рецепт. И почему так происходит? Ну, я понимаю, что ситуации бывают разные, но, например, конкретно я не понимаю, как можно, ну, наверное, сейчас мне многие закидают помидорами, как можно, в принципе, не уметь готовить. Потому что, ну, основные какие-то сочетания основных ингредиентов, на мой взгляд, как кажется мне, они крайне легки, полезны и просты. Ну, потому что, например, сочетание морковки там с луком всем понятно. Например, в то время, когда там жареная морковь и свежий, например, я не знаю, там какое-нибудь яблочко, сочетаться не будет. Ну, то есть, когда ты знаешь, когда ты не то что знаешь, а понимаешь азы, понимаешь, чувствуешь, наверное, я даже не знаю, как это правильно проговорить, азы сочетания между собой продуктов, знаешь, как правильно, верно, что на что реагирует, какую дает реакцию, как термически, сколько что нужно обрабатывать, мне кажется, что рецепт создать, в принципе, можно любой на свой вкус и усмотрение. Поэтому я всегда в своих рецептах говорю, добавляйте то или иное на свой вкус и усмотрение. Я вам даю только основу, только какую-то интересную новую идею, которую вы навряд ли где-то в другом месте найдете, потому что, повторяюсь, в принципе, это рецепты, которые автором которых, ну, громко сказано, автором которых являюсь я. Вот и сегодня те творожные печеньки, которые я приготовлю, я не стала брать совершенно простой обычный рецепт, чаще в котором используется творог и сочетание, например, масла. Ну, там добавляется немножко еще муки, и, в принципе, вот они, творожные печенья готовы. Есть вариации. Помимо этого рецепта, в основе у меня сегодня будет рецепт сочников, которые всем известны еще со школы. А как раз таки эти сочники делаются на молоке. Это будет у нас в основе рецепта моих того варианта печенья, который я сегодня хочу вам предложить. Итак, давайте все-таки уже начнем. Что нам потребуется? Вот здесь у меня кружечка 250 грамм. Как я уже сказала, в принципе, я в большинстве своем все делаю относительно на глаз, при, так скажем, том, что я просто примерно предполагаю, примерно чувствую, вижу по консистенции, какого ингредиента нам сколько надо. Поэтому я говорю вам относительно. Вот эта кружечка 250 грамм. Здесь у нас первый ингредиент — это сахар. Сахара где-то грамм 200. Здесь у нас мука, грамм где-то 170-180. И молоко. Молоко тоже где-то грамм 200. Далее нам понадобится одно яичко, пускай оно у вас остынет до комнатной температуры. Нам понадобится не меньше 200 грамм творога. Я взяла вот такую пачку, в ней 250 грамм творога. Мы возьмем ее и используем всю. Пускай наши печеньки будут с очень насыщенным, выраженным вкусом именно творога. Далее нам понадобится вот такая вот пачка, стандартное масло. Обычно берется 100 грамм при приготовлении именно творожных печенья, но я беру, так как у нас будут и другие ингредиенты, я беру целую пачку. То есть итого из основных ингредиентов у нас с вами всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 ингредиентов. Творог, сахар, молоко, мука, яйцо и масло. Если у вас есть это, вы уже сможете приготовить то печенье, о котором я вам сегодня рассказываю. Также нам понадобится еще немного молока и какао. Это нам необходимо для того, чтобы поливку сделать у печенья, такую вот шоколадную. Также возьмите что-либо для украшения. У меня есть, например, кокосовая стружка, есть посыпка, есть мак. Ну, посмотрим, можно украсить на свой вкус и на свое усмотрение, свои вкусовые предпочтения, как я и говорю. Также нам понадобится разрыхлитель, и нам понадобится немного ванилина для того, чтобы привкус у наших печеньек был ароматный. Также вот эти основные всякие мисочки, ложечки, вилочки, что нам потребуется. И вы уже, наверное, слышите, у меня за кадром на водяной
бане, как это называется, у меня стоит мисочка, в которую мы сейчас с вами отправляем молоко, к которому мы добавляем наш сахар, и все это нам необходимо растворить до такого вот молочного сиропа с сахаром. И пока наш сахар растворяется в молоке, превращаясь в такой вот сироп, доводить до кипения это нам не нужно ни в коем случае, просто прогреть, чтобы сахар растворился. Мы немножко это уберем лишнее и сделаем с вами следующее. Мы возьмем творог, всю пачку, и добавим к нему всю пачку, добавляйте смело, потому что пропорция у нас здесь выходит больше, нежели в других стандартных рецептах, где чаще добавляют 100-150 грамм масла. И добавляем сливочное масло к творогу. Теперь все это нам необходимо вилочкой размять в однородную массу. При этом не забывайте время от времени, а желательно постоянно, ну как можно чаще, так скажем, помешивать ваш сироп, ваш сахар, который растворяется сейчас на паровой бане в молоке. Сюда мы добавляем немного соли, так как для того, чтобы добиться идеального сочетания вкусового, в любом блюде лучше всего сочетать и сахар, и соль. Даже когда вы делаете самые простые, например, макароны по-флотски, или жарите, например, просто картофель, добавьте щепотку, помимо соли, добавьте щепотку сахара, и вы увидите, как играет ваш вкус. Это я наверняка спокойно и смело вам рекомендую. Итак, все это мы перемешали в однородную массу, и теперь нам это можно пока что убрать в холодильник. Наш сахар практически растворился в молоке. В холодильнике у нас стоит творожная масса с маслом, а мы тем временем взобьем одно яичко. Я вам показывала уже, что я по периметру немного яйцо надстукиваю, так скажем. Легко разделяю его, при этом, если вы ударите один раз, начнете раскрывать, иногда случается так, что шкарлупки попадают в само яйцо. Вот когда таким образом делаю конкретно я, у меня почему-то получается всегда практически, что шкарлупок нету. Вот такой вам совет, возможно, пригодится. Совсем немного взбили просто в однородную массу. Отставляем. И вот он наш сироп, сладкий сироп на молоке. Сахар растворился на водяной бане. Далее я дала ему время немного остыть. И теперь мы делаем следующее. Обязательно через ситечко мы добавляем ванилин, добавляем разрыхлитель теста и, конечно же, наши 170-180 грамм муки. При необходимости мы еще добавим, сразу всю не добавляйте. Обязательно муку просеивайте. Это необходимо для того, чтобы наша мука насытилась еще больше кислородом. И при этом наше тесто станет чуточку воздушнее. Ну, в общем, чем больше раз вы просеете, тем это будет лучше. Вот такое вот тесто, как на оладьи, такие достаточно жидкие у нас получается. Добавляем яйцо к тесту. И все это венчиком можно хорошенечко взбить. Теперь мы отправляем сюда нашу массу из творога и сливочного масла. Пока остывал наш молочный сироп, сироп на молоке и сахаре, наш творог в это время находился минут 15 в холодильнике. Перемешиваем все это в однородную густую массу. И теперь к этой массе нам необходимо добавить небольшое количество муки,
чтобы у нас получилось тесто, которое мы сможем раскатать скалочкой. Обязательно просеиваем, добавляйте совсем понемногу, буквально по 50-80 грамм, потому что здесь понадобится относительно немного муки. Если вы сильно забьете мукой ваше тесто, и оно станет такое сильно плотное, то печеньки не будут настолько мягкие и вместе с тем хрустящие, что мы добиваемся в этом варианте. А при плотном тесте печеньки будут такие достаточно, в принципе, плотные. Хотя, конечно, тоже не менее вкусные. Вот наше тесто достигло нужной консистенции. Изначально замешивать его в однородную массу, такую для достаточно густую для оладьев, а потом по мере необходимости добавляйте муки, просеивая ее обязательно, чтобы тесто ваше стало вот таким по консистенции. Теперь нам необходимо его немного вымесить. На обязательно чистый, предварительно вымытый стол мы просеиваем муку, помещаем наше тесто. Далее мы идем обязательно мыть ручки и чистыми сухими руками при необходимости добавляем муку. Мы начинаем вымешивать наше тесто и доводить его до готовности. А наше тесто должно быть, вы видите, оно очень податливое. При этом оно, я бы не сказала, что очень крутое. Оно должно, с одной стороны, я сейчас замешу, и легко рваться, но при этом оно должно и легко иметь форму, для того, чтобы мы могли наши с вами печеньки замесить. Я должна сказать, это уже очень вкусно пахнет, потому что здесь творог в сочетании с ванилином дают очень хороший вкусный запах. Если вы хотите, чтобы ваше печенье, так скажем, хрустело, тогда добавляйте, чтобы оно было твердым, плотным, тогда добавляйте, наверное, муки побольше. Если вы хотите, чтобы ваше печенье было очень мягким, муки тогда надо, ну, наверное, немного поменьше, может быть, достаточно размешать хорошенечко все это прямо в миске и сделать более жидкое, ну такое не жидкое, но, ну да, более жидкое тесто. А я вот выбираю для этого печенья обычно золотую середину, то есть посмотрите, пожалуйста, на мое тесто. Оно легко собирается в один такой комочек, при этом оно легко ломается, и вы видите, какая у него структура. Благодаря такой структуре наши печеньки будут такими достаточно мягкими внутри, а снаружи, конечно же, будет немного хрустеть. И я хотела бы сказать еще пару слов о твороге. Почему-то в наш город тот творог, который я обычно покупала, творог Ангары, его перестали заводить вот в таких вот брикетах, в котором он являлся, этот творог, таким однородной более массой. А сейчас завозят именно в том варианте, который вы видели в моем в этом рецепте, именно в баночках, и творог такой стал рассыпчатый. Для того, чтобы кушать творог, такой вариант мне нравится меньше. Я все-таки беру уже другого производителя, но более такой, менее зернистый, более однородный, чтобы это была такая практически творожная масса, для того, чтобы просто покушать. А вот так как раз таки для печенья, для выпечки, для запеканок мне нравится вот этот вот творог. Сейчас я вам покажу поближе, камера сфокусируется. Вот вы видите, вот эти вот творожные, ну, вот эти вот шарики творожные, которые зернистые, зерна, они как раз такие, ну, для меня в данном случае плюс, и когда в печенюшках они попадаются, мне это очень нравится и с виду, и на вкус. Наше тесто готово, давайте мы отправим его буквально хотя бы минут на 10-15 в холодильник, завернем его
пищевую пленку. А мы тем временем подготовим с вами противни, на которые мы поместим бумагу для запекания. И далее нам останется дело за малым. Просто печенюшки нарезать, раскатать, нарезать и выложить, собственно, наши противни. Кстати, я раскатываю, режу, но иногда достаточно делать что-то подобное. Ну, потому что вы видите, какое податливое, хорошее тесто у нас получилось. Ну, для того, чтобы они были более все-таки ровные, более такие похожие на приобретенные в магазине, более аккуратные, я делаю то, что я выше проговорила. Итак, убираем тесто минут на 10, в холодильник 15, отдохнуть и охладиться. Что лишнее легко собирается. Я вам уже сказала, что тесто очень-очень покладистое, при этом оно мягкое. В печеньке получится и хрустящий, но при этом внутри мягкий. Далее мы берем противень, вот так получается. Сейчас еще два штучки я организую. Наши печеньки готовы, близко друг к другу их ложить не надо, расстояние около сантиметра друг от друга оставляйте. Духовку, я не могу вам сказать, до скольких градусов я точно ее раскалила, но примерно, скажем, это где-то градусов 180, даже может быть, ну 180, да, больше лучше не делайте. 180, и мы отправляем на 7-10 минут, сейчас посмотрим по готовности, сколько понадобится наши печеньки. А мы тем временем можем заполнить второй противень. Между тем, пока мои печеньки будут находиться в микроволновке, в духовке, что делаю я? Я возьму какао-порошок и на водяной бане, точно так же, как и делала наш молочный сладкий вот этот сироп, я разведу наш какао-порошок вместе с молоком. Большое количество молока не добавляйте, должно быть, вот этот вот наш соус, наша поливка должна быть очень густой, чтобы мы обмакнули туда практически каждую печенюшку, либо смогли легко полить это все сверху, придав какой-то либо узор на печеньке. Поэтому сначала лучше добавьте буквально 2-3 ложки молока, высыпьте то количество необходимое какао-порошка, и потом уже помаленьку по ложечке еще добавляйте ваше молоко, нежели вы сразу большое количество молока добавите какао, и у вас, не дай бог, его просто-напросто не хватит. Так что подождите немного, сейчас я покажу вам, уже сейчас у вас это будет результат, у меня это пройдет, наверное, минут 30. И вот результат, который у нас получился. Наши хрустящие, румяные, творожные, очень ароматные пирожные выглядят вот так. Сейчас я вам одну надломлю, чтобы вы видели. Она сверху хрустящая, вы видите, что она именно трескается, а внутри она вот такая мягкая, я уже одну штучку попробовала. Степан пришел, хочет печеньку. Ну вот, давай я тебе половинку отдам, ты сладкое любишь? Половинку отдать тебе? Половинку дать? Молодежь. Чубашобака, моя хорошая. А что, печеньку кушать, бандит? Поэтому такие печенюшки, чаще всего я оставляю такими, но для вас я, помимо того, что поделилась этим рецептом, я еще покажу, как их можно украсить. Ставим это на прихватку. Вот такие прихваточки, кстати, я когда-то показывала в своих первых видео.
Спасибо, мои дорогие, за просмотр. Я благодарю вас, что вы были со мной сегодня. Всего хорошего. До новых встреч. Пишите свои комментарии, пишите свои предложения, пишите свои мнения, даже негативные мнения, отрицательные. Меня тоже радует, потому что есть к чему стремиться. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Хороших вам выходных. Всего хорошего. До новых встреч.